Уже стало традицией, что все важные мероприятия у нас в стране начинаются с возложения цветов к мемориалу славы. В свой профессиональный праздник работники таможни в первую очередь пришли сюда, чтобы еще раз почтить память погибших за свободу Абхазии. И сегодня для всех таможенников двойной праздник. Сегодня у нашего народа двойной праздник. Это и день освобождения города, ну и я думаю, что и юбилей таможенной службы тоже радует наших граждан. Я вам скажу честно, для нас большая радость, то, что приехали наши коллеги. Поздравить сотрудников и ветеранов таможенной службы с юбилеем ведомства приехали их коллеги из России и Южной Осетии. Сегодня уже сформирована прочная нормативно-правовая база сотрудничества служб. Между ведомствами стран существуют тесные и взаимовыгодные отношения. С каждым годом они становятся крепче. Наши отношения, как вы знаете, имеют уже давнишнюю историю. На наш взгляд, они развиваются очень динамично. И то, что мы сейчас здесь на празднике приглашены, для нас это большая честь. И мы надеемся, что наше дальнейшее сотрудничество будет еще только укрепляться, потому что задач стоит очень много. Я надеюсь, что мы найдем все конструктивные подходы и решения тех задач, которые стоят перед нами и которые ставит перед нами наш президент. Я хочу сказать большое спасибо абхазским коллегам, которые нас пригласили на юбилей 25-летия образования абхазской таможни. Очень знаменательно, что он совпал с таким днем освобождения города Сухума. Этот день всегда каждый год отмечают в Абхазии. Мы братские народы, пролили много крови, много веков. Мы бок о бок сражаемся с нашими внешними врагами. Надеюсь, все у нас уже позади, и будем только жить и процветать на благо нашей Родины. Сегодня таможенная служба Абхазии является одним из важнейших государственных институтов, надежным и стабильным источником поступления средств в бюджет. Именно она обеспечивает значительную доходную часть государства. Структура, она правоохранительная. И здесь самые главные требования – это, конечно, дисциплинированный, добропорядочный. И сотрудник должен быть примером не только в таможне, но и в быту тоже. Для близких своих и для окружающих. Таможенников в Абхазии представителей российской таможенной службы принял премьер-министр республики Беслан Барциц. Сотрудничество с ведомствами стран дает определенный опыт и улучшает качество работы таможенных органов, считает глава правительства. Выражаем вам благодарность, постоянную поддержку и рассчитываем на то, что ваше взаимодействие будет продолжено в общих интересах. И еще раз спасибо вам за то, что приехали поддержать и поздравить своих коллег в эту юбилейную дату для таможенников Абхазии. Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Андрей Струков отметил, что они готовы сотрудничать и расширять области взаимодействия. В свою очередь, начальник таможенного комитета Абхазии Даур Кубахия поблагодарил своих коллег за оказанное внимание и помощь. В дальнейшем есть масса вопросов, которые нам надо будет обсудить. Я очень рад той форме общения, которая между нами есть. Я рад, что ФТС, несмотря на свою загруженность, всегда находит время для своих абхазских коллег. Работа сотрудников таможни ответственная, ведь именно с них и начинается первое впечатление о стране. Это уникальная структура, которая объединяет в себе интересы государства и общества. Сотрудники ведомства стоят на защите экономических интересов государства. Сима Аргун, Эльдар Дамиров, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.